Kiwi Melon Chicano. Поехали. Дыпочка на две спирали. Пошла первой. Очень такой... Я не могу даже выделить, что тут больше, киви или арбуза. Но общее сочетание очень яркое. Очень, я бы даже сказал, что если бы я не знал, что здесь написано, то, может быть, где-то бы гулял. Ну, нашел бы арбуз, но киви вряд ли. Сладенько, кисло-сладенькая, я бы так сказал, жидкость. Даже ближе к сладенькой, и есть и то, и другое. Киви-арбуз. Интересный вкус. Поехали, дрипочка на одну спираль. В Генже вкус был очень острым. Здесь вкус немножко, скажем, распрямился и стал такой более сбалансированным, более такой мягким. Опять-таки, почему-то здесь вот у меня вот и дрипки, переход в сладость больше. Такой сладкий арбузик. Даже, в принципе, очень тяжело понять, арбузик это или... Ну, то есть, ясно, что это арбуз. Тут также слышно киви, но очень где-то... Ну, все так смешано. Вот хорошо здесь смешано, честно скажу, хорошо. Не могу сказать, что я бы ее парил бы все время, бы на постоянке, но бутылочку бы 100 пудов купил. Ну, это так, как я ее и так купил. Так, переходим к баку. В баке мне, кстати, понравилось больше всего, как она открывается. Она не так резко открывается, как в дрипке на две спирали. Не так мягко открывается, как в дрипке на одну спираль. И опять-таки говорю, что вкуса везде хватает. Вопрос в нюансах, в деталях. Вот здесь можно сказать, что так, золотая середина между дрипкой на две спирали и дрипкой на одну спираль. Вот бак на две спирали Манта. Именно этот бак при этих койлах. Вот это золотая середина. О, хорошо, хорошо. И мутельки. Честно, у меня есть сомнения, но давайте попробуем. Ну, мои сомнения, так сказать, подтвердились. Такие вкусы слабо открываются в мутельниках. Что-то есть, но что-то так вот, как-то так. Не так ярко, я бы не парил бы эту жижу в мутельке. Подведем итоги. Все зачетно, больше всего мне понравилось, как это все звучит в баке, потому что это такая золотая середина, нет никаких резких ударов, каких-то вкусов, все так сбалансировано, вообще жижа очень сбалансированная в МТЛ-ке, ну не зашло, потому что ну, не откроется она здесь, ну, по природе своей, по природе МТЛ-ки, по природе этой жидкости. В остальном все зачетно. Ценник демократичный, все ссылочки под видео, переходите.